дорогие друзья, очередная посылка с Китая, Gearbest. Открываем и смотрим, что у нас внутри. Лезвие для моего бритвенного станка. Купил по акции, что-то вроде бы 2,99. С нашими ценами, конечно, не сравнится. Так, эти лезвия. У нас они стоят бешеных денег относительно цены китайской. Но будем смотреть еще на качество, конечно. Упаковка царапана, но по этим гелевым слоям видно, что они новые. Это радует. Так, эти лезвия идут, получается, станки, точнее, раз, два, три, четыре, имеют 5 лезвий. И у меня есть 2 бритвы. Одна обычная Gillette Match 3 и, получается, Gillette Proc Light. А, ну вот написано, Fusion, Gillette Fusion с вибрацией. Работает. Вот. До этого я заказывал в Китае на 3 лезвия с AliExpress, которые подходят на Match 3. Вы должны, по идее, подходить, а вот стало. Но на это не подходит. Но сразу скажу, что мне качество не понравилось. Грубовато бреет. Как себя поведут эти, посмотрим. Ну, уже одно хорошо, что они подходят на мой Fusion. По идее, должно все работать. Продавцом списывался, задавал вопрос, подойдут они или нет на Fusion. Он написал, что нет, это не оригинальные и не подойдут. Ну, так как они не оригинальные, поэтому так и отвечают. Потому что им нельзя говорить, что они подойдут. Вот. На практике проверим, как они себя ведут. Ниже я напишу в отзывах, как это вышло, пользование с ними прошло. И все подробнее расскажу. Ниже смотрите ссылку на покупку. И также ссылку на сайт, где я беру все эти скидки, чтобы покупать за очень сладкие цены. Все, всем спасибо за просмотр. Всего хорошего.